Максим Багаев у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. IT-эксперт. Эксперт пополам. Да. В том числе. И всегда приятно, когда он приносит с собой то, что можно попробовать, потрогать, а сегодня даже и поэксплуатировать. Правда же? Ну да, конечно. То есть мы просто с режиссером разговаривали, он говорит, у нас есть проблема, грязный пол, сейчас сокращает расходы, не мог бы ты прийти к нам утром и помыть полы. Да. Я говорю, возьму даже два гаджета. Такие мы гостеприимные. Но не просто швабра, ведро и тряпка, да, а вот такие умные устройства, их и роботами-то не назовешь, правда же? Один из них это робот-полотер, Робот-полотер, не пылесос. Да. Но фактически, он заменяет робот-пылесос. То есть я сразу хочу сказать, что ни в коем случае не нужно сейчас делать дома у себя зверинец. То есть эти устройства, они имеют там плюсы и минусы, каждый рассчитан на разные квартиры, но по идее, то есть собрать, например, у себя дома там робот-пылесос, робот-полотер, то есть там автоматическую швабру и так далее. То есть это очень плохая идея. То есть вы уже начнете просто не становиться коллекционером. То есть без каких-то экстримов мы должны просто понять, какая у нас квартира, что нам требуется. То есть, и если главным требованием, то есть у нас является влажная уборка, качество уборки, насколько хорошо умоет полы, потому что роботы-пылесосы при всех их плюсах прекрасно пылесосят, но полы моют. Протирают, скажем так. Обозначают. Да, успокаивают, то есть помогает менеджерам продать вам нормальный пылесос, но не более того. То есть вот это две попытки решить одну и ту же задачу. То есть если вот первый это робот-полотер, то есть это по сути замена полноценная роботу-пылесосу. У него другой механизм, то есть я могу сейчас показать. То есть у него внутри такой достаточно большой увесистый бак, то есть у него наливается около литра воды в него чистой, сюда собирается вся грязная вода. А снизу он выглядит вот таким вот образом. То есть у него нет. Конечно. Слушай, у него нет никакого окна для всасывания. То есть у него немножко другое управление. Он едет, он достаточно тяжелый. Это самый тяжелый робот-пылесос, который вообще у нас тестировался за все время. То есть и он рассчитан именно на другой способ уборки. То есть он трет щеткой, и из щетки уже происходит забор и влажного, и сухого мусора. Если вы хоть раз открывали у робота-пылесоса инструкцию, там написано ни в коем случае не заезжать на лужи, не делать уборку, когда у вас на сухо. Да, когда у вас дома что-то разлито. У этого проблем таких нет. Мы тогда и попробуем что-то разлить. Давай что-нибудь разольем. Давай с кофе начнем. Кофе? Так это я думала, Макс. Нет. Слушай, я думала, Макс принес собой просто кофе. Я мою полы. Багаев, когда приезжает, он выпивает весь кофе. Неправда. Нет, просто да, я знаю, что Максим любитель кофе, поэтому... Вообще, я люблю такое. Почему мы не работаем в такой атмосфере? Так, смотрите, вот второй вариант, то есть это... По сути, швабра с ведром. Просто, из швабра была где-то там за 6 тысяч лет. Вот через 6 тысяч лет она начала выглядеть... Получается, что к этой швабре с ведром нужно еще иметь пылесос. К этой швабре с ведром нужен человек. Вот в чем проблема. Пропылесосить можно вот этим? Конечно, супер вообще. Причем мы устраивали, То есть, когда сухо, мы пылесосим, и пыльно, когда мы что-то разлили, мы убрали. Вот эти оба устройства заменяют робот-пылесос без проблем. И обычный пылесос. То есть, они собирают и то, и другое. Просто, чтобы вам иметь представление. Давай попробуем. А Максим похож сейчас на менеджера, который, знаете, раньше ходил по квартирам и продавал пылесосы. Я понимаю, что надо быть ко всему готовым, понимаешь? За 120 тысяч. Я уверен, что с Ваней мы составим прекрасный тандем и немало бабушек обманем, Не надо так говорить, Там есть вода? Да, конечно. Сюда заливается сверху вода чистая, а сюда точно так же щетка собирает все с пола, и сюда уже, попадает вода грязная. Выглядит это вот так. Ой, как хорошо! Все чисто. Тщательнее, пожалуйста, тщательнее. Я работаю над этим. Мне даже кофе не дали. Что вы, Там какой-то капучино получается. Была черная жидкость, а стала белая. Там молоко, что ли, добавилось? Конечно. Я сейчас добавлю, Иван. Конечно. Ожидание.
Ну ладно. Держите. Так, слышали? То есть у него, стоит автоматический датчик, который измеряет степень загрязненности. То есть если мы заходим на место, которое загрязнено, датчики срабатывают, там оптические, то есть и акустические, то есть он начинает слышать, что собирает мусор, он врубает мощность больше. Ух, со скрипом. Яйцо. Посмотри, вот оно. Все, капучино. Там все, вот завтрак, завтрак приготовили. Надо еще сосиски добавить, чтобы, короче, чтобы у нас все-таки там континентальный получился. Так, ладно, стоп, можем снять вот этот фильтр, который впоследствии унесем там? Смотрите, после того, как... В унитаз или куда? Нет, смотри, там история такая. То есть ты берешь, ставишь его на, как бы, на... Базовую станцию. На базовую станцию. Да, то есть ты нажимаешь... Он еще и разговаривает. Вам лучше не знать, как тот разговаривает. То есть тот работает постоянно, короче, как бы. То есть вот. Ну и сколько стоит такой? От 20 до 35 тысяч. У них есть три модели. Слушай, это ну самый мощный или средний? Это вот это за тридцатку. Угу. Да. И что он делает-то сейчас? Очищает ролик, да, водичкой? Он да? Сейчас он пускает воду, то есть начинает интенсивно крутить щеткой. То есть после этого щетка, короче, получается чистая, но едва влажная. А вот этот робот, то есть он кроме того, что делает то же самое, то есть он отличается еще тем, что он, вернувшись на базу, он сушит сухим воздухом. То есть если вы как бы чуть-чуть прислушиваетесь, вы всегда услышите такой звук. Свист такой. Да, он всегда как бы горячий воздух гонит на щетку. То есть щетка получается и сухая, и как бы и... Ну что, ему тоже можно разбить яйцо? Слушай, ну, единственное, я могу просто запустить, чтобы он вам просто поездил. Ну сейчас давай, не надо. Что, не будем, да, разбивать яйцо? Ты перед ним разбей, как бы, то есть тебе потребуется немножко, как бы, немножко снайперские способности проявить, то есть, чтобы он поехал. Ну, Лера, он же не может, типа, сказать право-лево, то есть он куда поедет, ты перед ним... А, давайте, я буду ловить. Да подожди, ну, подожди, сейчас он посмотрит, куда он поедет, по какой траектории. Вот сюда? Проблема уже на ламинате стоять не может. Ты помнишь, да, что у него щетка с той стороны? То есть он трёт той стороной. Но он же поедет вперед. Где у него перед-то? Вот, сейчас ко мне поедет. Подожди, а он сейчас же рассматривает траекторию, да? Он сейчас вообще строит карту помещения. То есть он точно... А куда? Я не понимаю, какой стороной он едет. Вот этой или вот той? Вот этой чистит. Вот этой, да? Да. Так, а чего он? Подождите, я готова. Короче, Багаев запрограммировал, чтобы круги нарезал. Не, ну туда-то нельзя. Лер, ты понимаешь, да, что у нас, если что, есть ручная швабра, которая... Короче, бью. Да, бей. А это что, чистится до сих пор, что ли? Да. Почему он домой? Короче, одно яйцо, полкружки кофе, он чистится до сих пор. Он чистится примерно 4 минуты. Все. Вот, очистите. Давай. О! Он его тоже съел. Он там что-то... Он его размазывает прямо. Ну, извините. Но он вернется, да? Во-первых, он вернется. А у меня все вот. У тебя? Чего у тебя там? Все это. Ага. Ну, это полезно, говорят. Ну, да? Короче, есть у... Вот... Белого есть один большой плюс. То есть его можно... Давай, малыш. То есть это обычно... Да он мимо проехал, он в тебя уперся. Это... Вань, ты мешаешь ему работать. Наоборот, он не даю ему уезжать. Кстати, нормально все. Ваня-то как раз знает, как с роботами-пылесосами, как бы. То есть наверное, у него он есть. Мог бы вообще мне вот такую бы мне продать. Слушай, ну я хочу, чтобы ты все-таки приходил в чистый дом, а не, короче, не приходил, и тебе супруга не говорила, что надо убираться. То есть мне-то ну, как бы говорят, я поэтому мне пришлось купить вот такую. А вот он какие-то следы, это водичка, да? Да. Угу. Нет, вот эта штука классная. Давай бак покажем и все. Можно снять его, нет? Можно. Давай, я сейчас это остановлю. Да. Потому что сейчас убираться надо после него. Конечно. А вот это... Вань, ну, ты помнишь, да, что наша команда как бы по продаже бабушкам? Нет, мне убираться сейчас надо, да? Ну ты просто уберись. Вань, я вот тут вот немножко накапала, пожалуйста. Я-то хотел бак, чтобы мы сняли и показали. Мы бак сейчас снимем, покажем.
Так он там очищаться будет. Нет, можем сразу же показать. Я могу вне кадра как бы запустить его, и он точно так же очистится. То есть он не под камерами ТВК. Так, все, можно снимать. Отключаем. Ты смотри, вот так вот ты просто ставишь. Опа. Все. То есть теперь, короче, как бы вот такой вот. О, ну и все. Так это легче простого. Как у бармена шейкер. Шейк. Да, так же работает. Ну вот эта штука крутая. Ну что тут говорить. Ну вы видели, как справился с яйцом и как справился с кофе. Правда же? Да, Максим Бакаев был у нас сегодня в гостях. Вот такие вот новинки для помощи уборки в наших с вами квартирах. Будем ждать еще, приносите чего-нибудь такого же уникального и интересного. Всегда готов. Да.